Что, готово? Never be a world apart. Or maybe in magazines, but you'd still be my star. Baby, cause in the dark you can see shiny cars, and that's when you need me there. With you I always share. Because when the sun shines, we shine together. I told you I'll be here forever, that I'll always be your friend. Could know that we'll stick it out till the end. Now I'm waiting more than ever. Я очень рада, что случайно узнала про этот курс, что решилась его пройти. Действительно, очень много полезной информации. Я пришла с тем, что я нажимала в автоматическом режиме только одну кнопочку. Теперь я знаю про настройки, знаю про композицию, вообще получилось было чудесно. Ну и отдельное спасибо всем ребятам, просто все такие чудесные, добрые. В общем, очень приятно было с вами оказаться. Я хочу сказать всем спасибо на самом деле, да, потому что каждый был у нас и моделью, и фотографом, да, вот, ну, как бы, когда мы работали, проводили практические занятия, вот. Спасибо тебе очень большое, правда, действительно, потому что, как бы, ты позитивно ведешь занятия, ты даешь мало того, что ты даешь знания, да, ты действительно, как бы, настраиваешь, ну, людей, что-то я не готовилась просто, на работу и как бы вот задаешь темп, ритм и настроение. Наверное, я думаю, что у всех, да, было хорошее настроение. Спасибо. Ну, я очень рад, что посетил эти занятия. Они были не скучные. Контент был в занятиях довольно полезный, интересный. Слово «контент» никогда еще сегодня не прозвучало. Всем спасибо участникам. Спасибо преподавателям. Спасибо, ребята. С нами я немножко расстраиваюсь. Мамочка, я говорю, с удовольствием идем на занятия. И, в общем, целый день сегодня практически вот плачу. О, мы еще с пяти лет есть. Я постараюсь к тебе прийти на второй курс. Я уже сейчас приду, и работаю там уже. Спасибо, дорогая. Буду скучать. Всем спасибо, особенно спасибо Дарине. Вот реально видно, что человек это делал не только для себя, а делал для всех нас. То есть, реально, спасибо и огромное. Спасибо всем вам, за какие замечательные, за хорошие, несмотря на то, что огромную разницу в возрасте, просто такая мелкая здесь. Нам всем очень спасибо. Супер! Спасибо всем, как на равных. Спасибо всем. Я считаю, что было супер, это однозначно, это все, наверное, согласятся. И единственный момент хочу добавить. Ребята, не жалейте денег, вкладывайте в себя. Тем более с такими прекрасными преподавателями, которые вот буквально разжевывают в рот кладут. Я считаю, что будущее у нас обеспечено. Не теряйте вот этот вот запал, вот этого огня, который вот Дарина нам дала, чтобы вот, ну, как бы идти. Я думаю, что у меня не будет этих клон, а будет постоянных взлетов. Молодец. Спасибо. Каждое занятие, вы заметили, это целая история, разная какая-то. Каких гостей ты приглашала? Как сама ты нам тут показывала буквально на пальцах? Каких гостей? У нас целое такое портфолио из фотографий. Я сделала папку шедевры. Наконец! Что я туда выложила, да. Ура. В общем, спасибо. Ты супер тренер, супер фотограф. Я тоже хочу на второй курс. Я пошла разбивать копилку. Мне кажется, что очень-очень большой скачок произошел, потому что была такая стагнация длительная, а потом вдруг раз, и одно занятие, второе, третье, четвертое. Какое это по счету? Что надо себя найти. Не надо класс. Себя с кем-то там прям сравнивать или еще что-то. Угу. Нужно свою нишу занять.